бронзовый призер Олимпийских игр. В команде? Да, именно в команде. А он был бронзовым призером чемпионата мира. Не в команде. Сегодня удается, парень. Вторая поддержка еще на хорошем уровне исполнена. И выброс Салькова. Смотрим. Да, опять ошибка. Хиты знаменитой американской рок-группы Джонни, что у нас на русский переводится как «Путешествие». Пик успеха этой группы пришелся на начало 80-х. И, между прочим, в 2005-м американцы
поставили эту группу на пятое место в списке лучших американских. Очень заводная программа. Но вот если говорить вообще о нем и о ней, то, конечно, Мервин Трэн сильный, интересный, и он, знаете, такой стилистический, хореографический, интересный партнер. Он отличается от многих. Он смотрится как настоящий парень, причем и катается очень уверенный. Представляете, он постоянно рядом с ней. Вот нет такого ощущения, что он как-то... Вообще, в паре, знаете, как ходит парень, и парень, знаете, катает вроде как два одиночника параллельно. А он все время рядом с ней, он как опасается, чтобы она как-то вот, не знаю, очень, очень уверенный партнер. Да, уверенный партнер. Она, кстати, все-таки тоже у нас с вами очень опытная фигуристка, но вот в этом прокате, в сегодняшнем прокате он смотрелся выигрышнее нее, и, к сожалению, в общем, большинство ошибок... Не сложилось сегодня, к сожалению, да, она, в общем-то, была... На ней. Основной причиной, в общем, сегодняшнего... произвольной программе, потому что, конечно, основные срывы у нее были. Вот поддержка, видите, не в темп пошла, сейчас она еле отжала, и нет темпа. Хотя поддержка за ход сложная, но, конечно, темп это партнерша тоже дает. А вот переход на... Но у него такая правильная спина, и что как бы ему ни было тяжело, он всегда смотрится уверенно, как будто... Он держит. Да, да, что железно он ее вытянет. Но в паре такой партнер должен быть уверенный. Фундамент, чтобы партнер себя чувствовал наверху, в поддержке, в выбросах, чувствовал себя очень уверенно. А вот как раз выброс. Он уверенный партнер. Посмотрите, как он хорошо держит. А вот под наклоном это уже ее проблема. Она уже положила корпус, посмотрела вниз в воздухе, а этот наклон еще и так далее, и так далее. То ли многократность ее нужно работать, чтобы она напрыгивала эти прыжки элементы. Такое ощущение, что она может как-то боится этих прыжков. Ну, знаете как? Сжимается на выбросах. Вспоминая пару Малис Костелли и Симон Шнапир, он повыше был Мервина Трана, помните? Он... Ну, я имею в виду, что, может, и рост партнера играет роль темпа, и все. Физическая подготовка, темп, может рост. Быть, просто она привыкла, да, что выбраться партнер высокое, выше, да, выбраться, другая высота выброса, конечно. Да. Конечно. Поэтому крутка другая, и положение корпуса в воздухе другое. Все может влиять, потому что многооборотные прыжки, это очень сложно, понимаете, там секунду неправильно сделал, и потом вся работа идет на смарку. Но, тем не менее, они работают на сегодня в личной группе. Да, в группе лидеров, в тренерской группе лидеров. Это Ришар Готье, Бруно Маркот, Сильвия Фалам. 116.92. Да, сумма не ахти. И мы сейчас, конечно, с удовольствием, потому что большое удовольствие от проката было нам и с вами получено, с удовольствием говорим, что...